Вот такой красочный рассвет удивил сегодня челябинцев. Небо было окрашено в оранжевые, красные и розовые оттенки. Жители тут же стали снимать необычное явление и выкладывать фото и видео в соцсети. Ну и, конечно, многие подумали, что причиной всему выбросы, которые накануне накрыли город. Вот что по этому поводу говорит астрофизик Сергей Замоздра. Просто так, скажем, краски легли сегодня. Природа сегодня решила нас восхитить своими способностями. Солнце дает свет, а атмосфера дает краски. Пыль, которая есть в атмосфере, поглощает в основном голубой цвет, зеленый. То есть из радуги оно выделяет только самые короткие волны. А все длинные, то есть красные, желтые, оранжевые, они остаются. И вот они начинают уже подсвечивать облака, и мы получаем такие замечательные картины.